если да. Что, голову на бок. Ну, понятно, уже. Чтоб на боку. И ложку в рот вставишь, чтобы язык не запал. Так, Паха, так что, берешь руки, обещаю тебе, за нее. Да иди ты. Никто вообще, даже пальцем никто не тронет. Головой обещаю. Отвечаешь. Отвечаю, вообще отвечаю головой полностью. Везу тебе целости и сохранности. Правда? Надеюсь. Да, я тебе? На это. Да? Ну ладно, зайка, иди. Ну что, давайте, доброе утро, страна, короче, сейчас летим. Вот край сейчас полетим в Москву, да? Короче, сейчас. Ну, все будет ровно. Так что, давайте. Приезжает такси и в аэропорт, и куда? В Москву. А дальше вы увидите, что будет дальше. Вот так вот. Далеки-далеки. Чики-пики. И все, родные. Ну, в аэропорту. Ждите нас в Москве. Ха-ха. А там посмотрим, что будет дальше. Что будет чики-пики. Да-да. Давайте. Здравия, здоровья, всего-всего наилучшего. Регистрацию прошли, поднимаемся наверх. Скоро еще лучше будем. Чики-пики. Давайте. Ну все, родники, через полчаса мы уезжали ожидания, прошли. Таможню уже скоро полетим, через полчаса буквально уже. Так что ждите от нас новостей с телевизора, ну и все будет ровно. Доброе утро, Москва. Все, время 7 часов утра, я только-только проснулся. Блин, уже, ну, Москва тоже добрая. Доброе утро, Москва. Тут, короче, ребята, такой прикол. Со мной Олег Монгол. Короче, такая тележа. Давай врывайся, Олежа. Бодрячком, ребятки. Двигаемся без повода. Да. Чу-чу. Сижу просто и наблюдаю за Кириллом. Ёлки-палки. Привет. Иринка тоже здесь. А то нам ничего не заплатили. Нам только оплатили. Вот так. Итак, родители, мы уже так первый раз отрепетировали, первую линейку прошли. И нам перекусили так. Перекусить маленечко. Дайте зубок. Чуть-чуть. Покушать маленько. Перекусить только. Ира. Ешь, все съел. Да. Чего? Я поем. Вот-то главное, пригодит будет, 100%. Не надо куда-то вкачивать что-то, а потом как качаем. Родники-то мои, знаете, как хорошо? После рабочего дня, трудного, помыться в ванне и заваляхаться прям, постелька чистая. Это обалдеть вообще, жесть. Ой. А вот моя постелька. Все. Всем спокойной ночи, блин. Классно. Пока-пока. Ну вот, девчонки. Сегодня как бы с корабля на бал. Приехала на репетицию. Устала. Вот сегодня буду жить одна тут. Одна вот в таком шикарном номере. Хоть отдохну нормально. Так что и все будет. Надеюсь, чики-пики. Так что теперь можно отдыхать. Теперь я в Москве. Так что, девчонки, звоните, подружки. Если что, не скучайте. Все будет чики-пики. Вот решили Иринке сделать. Такие, ничего не делать, там просто капельницы, витаминчики лечимся, да. То завтра трудный день, и все будет нормально. Вот так, на телефончики, силы, здоровья.
чмо ебаное. Убил. Чё ты нахуй? Ты чё мне врач? Ты меня выкинуть собрался? Слышь, дура ебливая! Это же шутка была, блядь! Да? Чё-то я не вижу, что она шутка была. Иди нахуй. Пока тебе не наебну. Женька! С покупкой новой тачки тебя поздравляют твои подружки. Настя и Наташа. Счастья тебе, любви, здоровья, удачи. Всего тебе самого наилучшего. Я автомеханик сам по жизни. Если что, надо будет движок перебрать. Я переберу. Ты главное обращайся. Безумный Паш с тобой. Давай, подружка, короче. Если что, съездим с тобой на море. Отдохнем. Ну и все будет ровно. Ну и все. Давай, девчонка, держись, крепись. Давай, чтобы тебя не сглазили, из тебя не слазили. Чтобы ело не толстело. И чтобы волосы росли на голове, а задница была большая спина. Ну и все будет ровно. Все будет чики-пики. Женька, у тебя есть тачка. У меня есть хата. Так что, может, союз какой-нибудь создадим? Если что, обращайся ко мне. Ирку нахуй. Анна Сергеевна. С днем рождения тебя, атанасовских диджеев. И просто друзей Игоря и Кристины. Уехать тебе, девка, из снежного Анадыря в теплый Краснодар. Скоро пойдем с тобой в горы, короче. Побухаем там, но не все будет ровно. Давай, чтобы тебя не сглазили, из тебя не слазили, чтобы ела не толстела. Ну и главное самое, чтобы волосы росли на голове, а задница была большая со спины. Чтоб ты каталась на Мерседесе. Удача у моря, жила. Удача. Без ебаных стрессов. И пусть тебе все проходит мимо, кроме здоровья и интима. Все будет чики-пики. Олочка зарабатывает огромные средства. Держит свое дело. И последний заработанный лям потратит на себя. О тонкой талии и красивых сиськах мечтает каждая. О том, что она творит с собой, будем смотреть в сторис. А вы бы могли на такое решиться? Подписывайтесь и смотрите. Все будет чики-пики.